Я пришла на тренинг «Сексуальный голос». Можно ли иметь невзрачную внешность, но при этом влюблять в себя чарующими звуками голоса? Сейчас увидим, а точнее услышим. Подержи, пожалуйста, вот это вот место. Я женщина. Вот так он и звучит, сексуальный голос. Главный принцип – холодный вдох, горячий выдох. Дышать лучше, конечно, под присмотром профессионала. А какие могут быть ошибки? Ну, например, женщина, флиртуя, включает ребенка. Мама, ну пожалуйста, ну папочка, да? То есть вот этот вот детский голосочек, он в детстве работал, но когда женщина уже выросла, девушка... Уже не идет. Уже ей это не идет. Ну, может быть, на какое-то время это и будет работать, на самом деле, но очень на короткое. И лучше даже не на первом свидании, потому что на первом свидании действительно закладывается основа. Потом уже трудно будет что-то менять. Что еще может быть у женщин? Это вот наша чисто русская. Все тебе, все тебе, да? Голос в этот момент пережимается. Хочется сказать спасибо, не надо. И еще, не надо улыбаться. На самом деле это зажим. Голос начинает звучать агрессивно, потому что включается зубной резонатор. А для сексуальности надо, чтобы работали резонаторы груди и живота. Женщина, вот эта принцесса в замке. Да, иди сюда. То есть движение и голос на себя, на себя. Он может быть высоким, он может быть, но при этом обязательно на дыхании. Голос должен работать вместе с движением тела. Не вперед нахрапом, а назад, завлекая. Расслабляем мышцы лица, рот движется свободно. Но нет предела совершенству. Вот еще отличное упражнение. Кладем руку на кадык, у кого он есть, и с удовольствием зеваем. Даем голосу возможность звучать расслабленно, а это и значит сексуально.